Несколько десятков звонков и все о проблемах инвалидов. Сегодня в прокуратуре области прошла прямая телефонная линия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего люди жаловались, что им не дают льготы на лекарства, жилые здания не адаптированы под нужды инвалидов, а также нарушаются трудовые права. Как отмечают прокуроры, за полгода они выявили больше 450 нарушений, которые касались в том числе охраны прав инвалидов. По каждому из вопросов проводится проверка, также прокуроры обращаются и в другие ответственные службы. По поводу лекарств у нас меры принимались и в прошлом году, и в текущем году. Были написаны, внесены представления в Министерство здравоохранения, где, в которых указано на нарушение, вот именно когда врачи не выписывают льготных лекарств. Не выписывают. Либо этих лекарств недостаточно в связи с тем, что госконтракты не своевременно проведены. Меры принимаются, и люди обеспечиваются по мерам прокурорского реагирования, в дальнейшем обеспечиваются лекарствами.